привет! С вами Ханькин. В этом видео я хочу показать вам Raven Queen из коллекции кукол Ever After High специально для сайта bymonsterhigh.com.ua. Итак, давайте рассмотрим куколку. У нее очень красивая коробка старого образца. Так выпускались первые куколки Ever After High. Для сравнения я хочу показать вам мою любимицу из Ever After High, это Китчиши. Тоже вот, чтобы в одном кадре вы могли сравнить коробочки старого образца и нового образца. У меня в руках базовое издание Raven Queen. Raven теперь уже вышла во многих коллекциях. Вы можете выбрать себе любую на вкус. Но вот самая первая вышла вот именно в таком вот издании, в таком одеянии. И в таком одеянии мы ее видели именно в мультике. Давайте распакуем эту куколку и посмотрим на нее подробнее. Помимо самой куклы Raven Queen в набор входит подставка, расческа и сумка куклы. У Raven очень красивый мейкап, глаза обрамляют розовые тени, но я бы сказал, что у нее более свекольного оттенка. У нее коричневые яркие бровки, фиолетовая радужка глаз. На подвижном веке есть очень светлые фиолетовые тени. Губки очень узкие, окрашены фиолетовую помаду с тремя бликами на нижней губе. У Raven очень интересная прическа, помимо черных волос у нее есть фиолетовые волосы с малиновыми вкраплениями. Есть ободок на голове серого цвета с шипами. На шее у Raven есть воротник серого цвета с темной патиной. Патина тоже сделана серого цвета, но очень темного. На груди у Raven есть как бы подвеска в виде фиолетового кристалла. С этой подвески отходят две черные цепочки. На Raven есть майка и юбка, отдельные элементы. Майка сделана из черного материала, блестящего. Он переливается как крыло ворона, фиолетовым и зеленым цветом. Есть пояс на ее талии. Он сделан так, как и воротник, из серого пластика с темной патиной. На одной из ручек Raven нет ничего. На второй ручке есть массивный браслет, переходящий в кольцо. Сам браслет серого пластика. Кольцо сделано, как и бриллиант на ее воротнике, фиолетового пластика. У Raven есть клатч черного цвета с шипами и с дополнительной такой вот бирюлечкой впереди, похожей на зеркало. Ручка тоже сделана из серого пластика. Ручка похожа на крылья ворона. На Raven прекрасная обувь. Это черные такие вот полусапожки, ботильончики. Они имеют открытый носок и зону подъема. Я бы сказал, что оно не полностью открыто, а так как украшено цепями серебряного цвета. Остальная часть обуви, она черного цвета, с тиснением чешуи, а также вороньих перьев. Также на Raven есть колготки из черной сетки. Расческа и подставка серого цвета. На Raven есть красивая юбка из атласного материала и двухъярусная сетки. Атласный материал украшен красивым гипюром, но это всего лишь рисунок. Это был обзор на Raven Queen из коллекции кукол Ever After High, специально для фирменного магазина игрушек bymonsterhigh.com.ua.